Туристическая компания «Моя Россия» приглашает вас в уникальную экскурсию в Астраханскую область, край цветущего лотоса. В нашем туре мы познакомимся с основными достопримечательностями Астрахани. Астраханский Кремль – памятник XVI века, уникальное военно-инженерное строение. На территории Кремля расположены 7 башен, Успенский кафедральный собор, Троицкий собор, Кирилловская часовня и богатейший этнографический музей. Визитной карточкой Астрахани является рыбный рынок. А наша дорога ведет в дельту Волги, где нас ждет необыкновенное 4-часовое путешествие на лодках-бударах по Каспийскому взморью в сопровождении опытных егерей. Живописные виды окружают нас. Природа этих мест очень разнообразна. Здесь можно встретить редких зверей и птиц, норку, кабана, пеликана, цапель, редкие виды растений, водные лилии, белые и желтые кувшинки. Лотос – священный цветок Востока. Из-за его красоты и целебных свойств буддисты придают этому цветку особое значение. Высоту лотос достигает 2 метра, и создается впечатление, что вы находитесь на цветущей плантации. Лотос раскрывает свои бутоны с восходом солнца и закрывает закатом. Ароматы лотоса положительно влияют на настроение, излечивают депрессии, заряжают энергией и бодростью. Семена, корень, листья и бутон используются в современной медицине и косметологии. Лотос очень довольно-таки привередливое растение. Во-первых, это индикатор чистоты, да, экологического благополучия местности. Там, где он растет, нет никаких химических загрязнений в воде. Вода может быть мутная, с примесью там органики какой-то, но здесь нет никаких химических соединений, да, там тяжелых металлов и так далее. То есть если где-то видите лотос, знаете, что это место экологически благополучное. Там, где растет лотос, никогда не растет никакое другое растение. То есть он вытесняет все другие виды растений. Но даже стоит стена камыша, один лотос появился, все, там 2-3 года, образуется лотосовое поле, камыш он начинает вытеснять. Обладает слегка дурманящим ароматом, цветет 3 дня. Вот, то есть этот цветок, жизненный цикл у него. После путешествия на лотосовые поля нас ждет вкусный и сытный национальный обед. Неповторимые эмоции, волшебные ароматы и красоты живописной природы ожидают вас в туре «Край цветущего лотоса» от туристической компании «Моя Россия». Ждем вас!